В начале октября Ким Кардашьян с сестрой Кортни и детьми посетили Армению. Их покойный отец Роберт Кардашьян был армянином. В Ереване сестры крестили детей, опубликовали снимок из собора и прогулялись по окрестностям. Грозди винограда произвели впечатление. Congratulations, Kim. Oh, thank you. А на мир производят впечатление формы именинницы. Но в этом году Ким редко появлялась на публике. Почему? Оказалось, у идеальной красотки псориаз. Проблемы с кожей были и раньше, но в этом году все стало хуже. Ким не постеснялась в этом признаться. Теперь даже модно быть не идеальными. This is my beautiful wife, Kim Kardashian West. Времени даром Ким не теряла. Выучилась на адвоката. Вдохновила ее жена Джорджа Клуни Амаль. Она юрист и еще и стильная женщина. Ким Кардашьян удачно попрактиковалась, освободила заключенного. Правда, он убийца и сидел пожизненно, но Ким собой довольна. Я тебя напугала? Муж, известный рэпер Канье Уэст, не может порадоваться ее успехом. У Кани сначала обнаружили биполярное расстройство психики. Но рэпер заявил, врач ошибся, у него депривация сна, это еще хуже. Может привести к деменции. Через 10 лет я даже не вспомню имя сына и жены. Я не знаю, что делать. Забыть себя семья Кардашьян не даст. Даже с псориазом Ким посетила церемонию Эмми. Ее загримировали, затянули в корсет и кое-что пообещали за выход. Завтра я буду есть пончики. Уже заказала. Вот так непросто живется имениннице. Ким Кардашьян сегодня 39.